Посадка флоксов семенами. Расскажем, что нужно для посадки флоксов, в какой земле точно не зацветут и как высадить на рассаду дома. Флоксы подарят цветоводам большую головную боль, но только на этапе выбора семян. От разнообразия сортов просто разбегаются глаза и болит голова. Какой бы сорт ни приглянулся, в уходе он обязательно оправдает ожидания. Низкорослые флоксы создают привлекательные цветочные композиции, которые могут зацветать в разные сроки. Вы, словно дирижер оркестра, выбираете, к какому сегменту сада зазвучать. Ранние, летние, поздние флоксы обязательно послушаются. Что нужно для посадки флоксов? Семена, земля, вода и пульверизатор, пленка или стекло, контейнер. Высаживать флоксы на рассаду с перспективной дальнейшей пикировкой в открытый грунт лучше в общий контейнер. Все равно придется рассаживать, поэтому тратиться лишний раз на горшочки не надо. Семена флоксов покупают или собирают с цветущего растения, скрытые под пестрыми лепестками и листьями. Магазины для сада и огорода облегчают сбор семян. Вы просто выбираете и покупаете их. Подготовка почвенной смеси для посадки флоксов. Собранные или купленные семена высаживаются в подготовленную землю в общий контейнер. Как выбрать землю? Ориентируйтесь на то, что почвенная смесь должна быть рыхлой и содержать стимулирующие компоненты для развития рассады, то есть питательные вещества. Флоксы не цветут на плотных смесях, закисленных почвах, тяжелых субстратах. Аналогичные критерии отбора для открытого участка. Сначала прорастите семена на рассаду в домашних условиях, затем высаживайте на умеренно освещенном месте без застоя влаги в грунте. Когда посадить флоксы семенами дома? Растение долго развивается, поэтому посадка в начале весны сразу же исключается, не успеет развиться. Посадить флоксы лучше всего в ноябре, взойдут первыми или же в январе. При заделке семян в почвенную смесь соблюдается расстояние 5 см друг от друга, а сверху прикрывается 1,5-сантиметровым слоем земли. Если хранить семена в прохладном и сухом месте, то около 70% от общей массы взойдут. Флоксы неплохо сохраняют схожесть, но быстро гибнут при колебании температуры или застое воды. Как посадить? Первое. Заполнить контейнер землей. Второе. Разложить поверх флоксы на расстоянии 5 см. Третье. Между посадками сохранять 2 см. Четвертое. Накрыть контейнер пленкой и поставить под рассеянный свет. Накрытие убирают, когда флоксы покажут первые всходы. Время от времени пленку меняют, чтобы не запаривало и не собирало влагу. Поливать не надо, земля увлажнена, да и специально созданная среда по всем параметрам поддерживает развитие семян. Когда пересаживать в открытый грунт? Рассаду готовят пересадки с конца апреля, а в мае уже пересаживают. Взрослые флоксы будут активно разрастаться, поэтому в саду их распределяют по 20 см друг от друга. Место посадки, напоминаю, умеренно освещенное, без плотной структуры земли и близко залегающих подземных вод. Частичное притенение приветствуется, но не сплошная тень. Пишите в комментариях, как прошла ваша посадка флоксов семенами.